заброску, и сейчас мы ее ищем. Сейчас проверим эту заброску, но взгляд эта заброска, там вот еще ничего здравого нету. Большой дом заброшенный. Да, я думаю, что это с фигурами мечом разбили. Ну, а посмотрите на второй этаж. Смело идем. Инстаграм. Там написано Инстаграм. Пожар. Ну, конечно, были люди когда-то. И азоты. Кто? И азоты 100%. 100% азоты. В комнате. Смотри, в ванну можно купаться. Сейчас. Как будто здесь у кого-то тревоги в крови. Смотрите вот. О, огромный балкон красивый когда-то был. Смотри, керамика на стенах. Давайте посмотрим, что видно с балкона. Соседи еще. Да, без соседей. Но это настоящая вилла. Да, это вилла. Упадет. Что здесь упадет? Это самое, потому что здесь камни и очень нет много веса, а еще мы с тобой. И я приеду. Ничего не будет, идем попробуем. Показалось, пока. А, стой. Тихо. А, здесь, вот тут был пожар. Да. Сколько? Не знаю. А вот балкончик маленький. Два балкона. Вон внизу был камин. Я знаю, из-за чего позвал. Из-за чего? Давай, рассказывай, как было. Ну, она... Ну, было просто эпично, просто эпично. Ну, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами я был Леон и батя Константин. Всем пока-пока.